И вопиющая наглость в Овидиопольском районе. Грузовик выгрузил мусор прямо посреди поля. Местный житель заметил неладное, вмешался в происходящее, из камеры подошел к машине. Грузовик оказался без номеров. Где номера? Моя машина, что где номера? Номера с машины где? Не волнуют мои номера. Не волнуют? Мусор собирай тот, что ты тут набросал. Вперед-назад загребай. В грузовике были двое, один в кабине, водитель, второй в кузове. Он, собственно, и выгружал содержимое кузова в поле. Автор видео продолжил настаивать на том, чтобы вредители прекратили свое занятие. Словесная перепалка едва не переросла в драку, а водитель грузовика и вовсе начал угрожать неравнодушному топором. Ванючка, мусор собери. Да ну ебать, на, надо. Жалко детей твоих, ебать, ты. Надо будет. Вонючка, с***ь ты, я говорю, мусор забери. Сейчас свой. Я тебя заберу. Да будет еще, посмотрим. В конце концов, оба скрылись на грузовике. Автор пообещал их разыскать. В комментариях под видео, впрочем, пользователи усомнились в том, что виновных накажут. По их словам, брат одного из злоумышленников служит в полиции.